Равнодушие – одна из основных проблем нашего современного общества. Возможно, кто-то решится оспорить это и скажет, что мир не без добрых людей. В таком случае хотелось бы знать, кого больше – отзывчивых или равнодушных. Для этого мы проведем небольшой эксперимент. Для этого эксперимента мы позвали подставное лицо. Им будет Горбачева Мария. Она хорошо знает свое дело и непременно поможет нам во всем разобраться. Сейчас пройдет. Вам плохо? Да, голова закружилась. Давайте я вас на лавочку отведу. Вы с кем-то пришли, нет? Ну да, подружка. А где у вас телефон? Подружке позвонить? Идем. Прям совсем вам плохо? Нет, просто голова кружится, сейчас пройдет. Ну идемте, я вот так приду. Голова закружилась. Пойдемте, мы с вами можем? Пойдемте, да, присесть. Пойдемте. Вы одна здесь? Не, подружка где-то. А где, позвонить ей можно? Сейчас вот пройдет. Бывает так вообще? Да, у меня всегда так. Голова, ну, давление может. Давление низкое? Да. Эксперимент подтвердил ту теорию, что мир не без добрых людей. Помочь или остаться равнодушным – это, безусловно, выбор каждого. Порой достаточно простого отклика от случайного прохожего для того, чтобы спасти чью-то жизнь. Ответь себе на вопрос, а как бы поступил ты? С вами была Надежда Моско, специально для РЕН-ТВ Саратов.